Под звуки оркестра новогодний патруль выходит на работу. Правда, сегодня, кроме охраны общественного порядка, есть еще одна важная задача – поздравить пассажиров с предстоящим праздником. Корги по кличке Рыжий гордо шагает в новогоднем колпаке. У его коллеги-овчарки Зигера тоже ответственная миссия – разносить детям подарки. Полицейский Дед Мороз, люди очень доброжелательно реагируют на собак. Приятно, когда, я думаю, что люди приходят, а тут неожиданно такие приятности. Внимание детей приковано к главным героям праздника – Деду Морозу и Снегурочке. Они не только помогают новогоднему патрулю раздавать подарки, но и выполняют другую важную миссию. Мы бы хотели в очередной раз напомнить о соблюдении правил нахождения на инфраструктуре железнодорожного транспорта. Это особенно касается праздничных дней, это касается наших детей, школьников. Хотели бы уделить особое внимание тому, что необходимо выполнять эти правила, чтобы в дальнейшем избежать каких-то негативных ситуаций. Кроме Деда Мороза, Снегурочки и праздничного патруля, новогоднее настроение пассажирам создают и музыканты. За культурную программу отвечает оркестр культурного центра ГУ МВД по Нижегородской области. У нас два блока, так скажем. Это и детские песни, детские из мультфильмов, которые всем нам знакомы, и взрослые. Для хорошего, для придания хорошего настроения. На неожиданный концерт пассажиры реагируют с улыбкой. А подобные акции на московском вокзале планируют сделать традиционными. Валерия Стародумова, Михаил Городников. Время новостей.